Всем привет. Много было вопросов по поводу видеоролика о Antix Linux, о том, как с флешки созданный образ обратно записать на раздел жесткого диска. Ну, давайте посмотрим. Вот пойдем в контрольный центр. В контрольном центре вот жесткие диски. Install Antix Linux. Нажмем на него. Дальше. Дальше. И вот здесь я уже выберу, ставили мы на 7-й раздел. А теперь я могу или на него прям поставить сверху, а могу поставить, попробовать вот на 8-й раздел. Подключим к нему свопик, корень все сохраним. Да, согласимся. Ну и немножко подождем. Ну, программа закончила копирование, предлагает установить загрузчик. Ну, я выставляю MBR, нажимаю дальше. И пусть обновляет. Итак, я загрузился с жесткого диска. Значит, вот посмотрите, видите, мы назвали Antix 2. Вот компьютер Antix 2, чтобы они отличались. Теперь посмотрим, на каком разделе мы находимся. Вот видите, телефончик примонтирован на 8-м разделе. Смонтирован, значит, и смонтирован Linux Swap. Ну и основной раздел подмонтирован, расширенный. То есть, действительно, значит, я нахожусь на 8-м разделе жесткого диска. Он сейчас идет как корневой. На нем у меня занято 5,6 гигабайта. И практически мы с вами полностью наблюдали процесс, значит, установки с флешки, созданной программой копии. Поэтому, значит, думаю, что вопросов уже дальше не должно быть. Ну, а как записать ISO-образ на флешку, вы уж извиняйте, это можно сделать в любой операционной системе. Значит, у меня, значит, вот здесь, значит, вот имеется кладовочка. На кладовочке имеются сборки. Заходите в Antix, вот тут вам и пароли, ну, скорее всего, тут подойдет пароль, я еще не выходил из сеанса, но когда заходил в корневом режиме, значит, на Gparted, там потребовало пароль, я завел 2 единички, значит, скорее всего, имя пользователя будет user, а пароль будет 2 единички. Значит, вот образ, который можно скачать, 1000, ну, 1,3 гигабайта, грубо говоря. Здесь, значит, еще можете и видео для себя скачать, чтобы, как говорится, было вам всегда под рукой. Особых таких проблем я теперь не вижу. То есть, практически весь процесс от создания своих настроенных сборок, значит, при помощи этой программы, значит, практически ясен. Кстати, вот поторопился, я закрыл Google Chrome браузер. Ах ты, батюшки Света. Программы, которая, значит, делает вот такие вот прекрасные снимки операционных систем, а практически, кроме Arch, в них все Linux представлены. И сразу она предлагает установить пакет этот, значит, называется он Snapper, вот, на любую операционную систему. Вот, посмотрите, практически все Linux, кроме Manjaro и Arch. Ну, не знаю, может быть, и для них что-нибудь там придумали. Поэтому даже если, как говорится, System Bug дальнейшие, как говорится, версии
Linux Mint не будут поддерживать System Bug, то можно будет устанавливать вот эту вот систему, значит, для создания образов текущего состояния операционной системы. Вот, и, в принципе, жить себе спокойно. То есть жизнь никогда не стоит на месте. Значит, если где-то наблюдается какая-то недостача, ну, люди ее стараются восполнить. Поэтому, значит, вот запомните, программка это называется Snapper. А то они так это хитро ее тут запрягли, что вот контрольный центр, значит, там диски. Так, где там у нас это было? Ага, поддержка. Вот. Снапшот ИЗО, и все. Нажимаешь, и она тут тебе начинает. И нигде, значит, реального названия, как говорится, и нету. А на самом деле, как говорится, все это есть, все оно присутствует. Вот. И, значит, для тех, кто, как говорится, озабочен Linux, вот посмотрите, какой широкий выбор. Значит, здесь уж, я думаю, можно будет выбрать из чего. Да, я думаю, и для Арчика тоже, наверное, что-то уже подобное сделано. Потому что те пути, которые сейчас на официальном сайте Арчи предлагаются, ну, они, скажем так, довольно-таки громоздкие. А это все-таки штучка работает быстро, нормально и создает очень хорошо сжатые образы. Вот. Ну, ладно. Значит, я считаю, что я, скажем так, задачу свою выполнил. Значит, познакомил вас с Linux Antix. Значит, рекомендую. Значит, со временем это будет очень хорошая и стабильная система, потому что у них уже сейчас сделан хороший задел, что если даже что-то случается, всегда можно восстановиться. Поэтому желаю там вам всяческих успехов и удач. И до новых встреч!